Здравствуйте. Электрическая коляска китайского производства предназначена для поездок, в том числе по пересеченной местности. Большие передние колеса позволят уверенно катиться по снегу и по песку. Коляска обладает хорошей скоростью. Максимальная скорость здесь 12 км в час. Это можно легко ощутить. Извиняюсь, поехал назад. Ощущения просто гоночные. Снабжены тормозами, переключаем, поехали назад. Обратите внимание, как рулевое работает. Крутим, поворачиваем лево-право. Посадка очень удобная, назад откинулся, ноги протянул вперед. Лично мне комфортно. Думаю, что человеку с высоким ростом будет, скажет только спасибо. Так, теперь что хочется про нее сказать еще. Коляска у нас складная. Для того, чтобы сложить коляску, нам нужно вытащить аккумулятор. Снимается он очень легко. Снимаем дальше сидушечку. Ну, собственно говоря, теперь складываем ее практически как обычную коляску. Обратите внимание, двигатель здесь находится. Он нам не мешает никаким образом. Так, и теперь вот так вот. Вот такие вот у нее габариты получаются. Здесь еще спинку нужно. В принципе, в общем-то, как видите, не очень тяжелая. Свободно поднимаю. Поэтому в целом можно такую коляску порекомендовать. Обратите внимание.